Город Революции. Мы посвятили его городу Санкт-Петербургу. Если молодое поколение не помнит, раньше его называли городом трех революций. Все мы помним, когда мы из Питера слышали. Кто-то видит и знает. Так вот, это посвящается всем городам, вне зависимости от границ, вне зависимости от вероисповедания, убеждений и так далее. Везде есть стражники у ворот. Везде есть невидимые границы, даже если они открыты. Это посвящается всем городам.